Коллеги, сейчас мы узнаем, как сочетается 21 век и ЗОЖ-повестка с традициями, которые вы уже давно и оберегали наше здоровье. Здравствуйте. Добрый день, Владимир Грабарник. ЗОЖ-повестка очень плохо сочетается. У нас огромное количество стрессов, мы ленивые, ЗОЖ нам сложно, это надо каждый сиди заставлять. Но есть таблетки, которые легко употреблять, но они плохо усваиваются, и вообще, я бы сказал, лучше с этим воздержаться. Что сделали мы? Мы выдумали ленивый ЗОЖ. То есть вот эта замечательная микроводоросль, которая более 3,5 миллиардов лет, я не проверял, но ученые так говорят, которым посвящены там огромное количество научных статей, и в результате которых становится понятно, что микроводоросль – это самый лучший метабиотик, то есть оксидант. В составе этого напитка, например, 13 витаминов, 18 аминокислот, там жирные кислоты. И в результате все это, если выпивать его ежедневно, это будет тоже ЗОЖ, но ежедневно. Это не кремлевская таблетка, сразу не включает, но хорошо очень работает. У нас автоматизированная технология, которую мы создали сами, запатентовали, которая является, в общем-то, базовой для того, чтобы мы производим около миллиона литров в год этого чудесного напитка. Можно использовать в самых разных целях. В пищевой, в экологии, в фармакологии, в спа. Вот некоторые особо богатые покупают и делают ванны. Говорят, для женщин это просто чума. Так что к 8 марта можете специально позвонить, скажите, что мы с вами знакомы. Пару газелей для любимой. Да, пару. Там достаточно будет 10 литров для ванны. Поэтому вот в двух словах. Получается, это уже готовый продукт к употреблению, бутылочка, выпил и каждый день пьешь по бутылочке, и здоровье. Абсолютно точно, желательно с утра, на голодный желудок, тогда эффект лучше. То есть она еще как природный энергетик. То есть можно пить Red Bull, а можно с утра пить вот настоящую живую микроводоросль. Расскажите. Полезно и для энергетики. Да, а московский регион уже знаком, где-то уже можно приобрести, может быть, в масс-маркетах, может быть, в маркетплейсах. Вы знаете, московский регион был знаком, мы стояли в масс-маркетах, но сейчас вот мы сейчас перезапускаться хотим. Поэтому если здесь мы ищем партнеров, вот есть предложение, я думаю, до Нового года перезапустимся. А мы сильно пожелаем вам в этом удачи. Спасибо большое. Большое спасибо. Всего.